Дорогие друзья, рада вас приветствовать на нашем канале. Люблю готовить сама. И сегодня я буду готовить квашеную капусту со свиными ребрами. Также у меня здесь есть кусочек корейки. Обязательно с куском сала. Кусочки я взяла, чтобы пожарить на свином сале. И 500 грамм шеи. Вы можете использовать ту часть свинины, которую любите, но при условии, что свиные ребра будут обязательно. И также 1,5 килограмма квашеной капусты. Приступаем к готовке. Сало у нас потихоньку топится свиное. Я отправила мясо в казан. Перемешиваем. И обжариваем минут 10. Я добавила капусты 1,5 килограмма. Теперь сейчас все перемешаю. Накрываем крышкой и тушим около 2 часов. Периодически обязательно помешиваем. Огонь я убавляю на самый медленный. Ну вот где-то поставлю на 4. Нам важно, чтобы у нас тушилась капуста. И вот именно в течение 2 часов она приобретает тот вкус, именно со свининой, именно с этим мясом. По итогу блюда пальчики оближешь. Да, вон Коша тоже согласна. Итак, мясо с капустой у нас тушится 1:40. Осталось нам еще тушить 20 минут. Во время тушения, если у вас будет мало капустного рассола, вы можете подбавить немножко водички. Это не страшно, она все равно выпарится. И останется в собственном соку капусты. Ну что, блюдо готово. Я его сейчас буду пробовать. Кушаю я вот с таким обычным соусом. Это майонез и аджика. Очень хорошо подходит к сочетанию капусты квашеной. Ну что, пробуем. Это божественно. Кто любит квашеную капусту со свиными ребрышками, тот меня поймет. Ну что, дорогие друзья, приятного аппетита и до новых встреч!